Против России применили климатическое оружие, считают эксперты. Именно оно вызвало аномальную жару, которая губит экосистему и ущерб экономике. США подозревают в том, что они нанесли удары сверхсекретной лаборатории на Аляске. Тайный объект под названием ХАРП расположен в глубокой тайге. Коры в любой точке мира. Официальное предназначение лаборатории ХАРП – это изучение верхних слоев атмосферы и процессами. Но страх людей перед апокалипсисом оказывается сильнее здравого смысла. На этом статья про жару. То, что происходит, это никакого это генетическое оружие. То есть, если вы, допустим, будете есть, ваши дети, родившиеся, уже будут стерильны. То, что именно кора земная в районе Восточноевропейской равнины изнутри накаляется. И совмещение двух типов оружия одновременно наиболее опасно. Это не теория, это факты. Человеческого постоянно совершенствуется. Машина судного дня – это нано-робот, запрограммированный исключительно на создание копии самого себя из подручных материалов. Он может в считанные часы планеты. О такой машине говорил американский экономист и футуролог Герман Кан. Еще одна фантастическая идея – это тектоническое оружие. Оно вызывает землетрясения, разломы, извержения вулканов и если взорвать в разных точках планеты контейнеры с радиоактивным изотопом, то можно заразить Землю и уничтожить все живое.